الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Многие из нас, многие люди задаются вопросом, почему Всевышний Аллах создал людей? Почему Он нас создал? Какова цель мироздания? Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, отвечает на этот вопрос в Коране и говорит: «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. И это является истинная цель мироздания. Всевышний Аллах создал нас для того, чтобы мы Ему поклонялись, Его благодарили за то, что Он нам дал жизнь, за то, что Он нам дал возможность жить, созидать, питаться, размножаться. Поэтому Всевышний Аллах не нуждается в наших поклонениях. И в продолжении этого аята Всевышний Аллах говорит: «Ма уриду минхум мир ризкин, ва ма уриду ан ютъимун». Я не хочу от них, то есть от джиннов и людей, чтобы они меня кормили или чтобы они дали мне удел. Нет. Мы нуждаемся в Аллахе. Мы нуждаемся в том, чтобы благодарить Его, поклоняться Ему. Однако Аллах Всевышний не нуждается в том, чтобы мы Ему поклонялись. И что такое поклонение, братья? Поклонение — это выполнение веления Всевышнего Аллаха. Делать то, что Аллах тебе приказал, и оставлять то, что Он запретил. Все это является поклонением. Поэтому намаз является поклонением, пост является поклонением, и также милостыня — все это является поклонением. И это цель мироздания. То есть жить ради Всевышнего Аллаха, совершать хорошие деяния. И поэтому, с другой стороны, Всевышний Аллах запретил многобожие. Запретил многобожие и идолопоклонничество, потому что многобожник — это человек, который поклоняется не Аллаху. Или наряду с Аллахом поклоняется кому-то. Говорит Всевышний Аллах в Коране: «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шайя». Поклоняйся одному Аллаху и не предавай Ему сотоварищ. То есть не поклоняйся наряду с Аллахом кому-либо или чему-либо другому. Другими словами, живи ради Аллаха. Не будь рабом идолов, не будь рабом денег, не будь рабом людей, не будь рабом своих страстей. Поэтому говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «Таиса абду динар, таису абду дирхам». Горе рабу динара и горе рабу дирхама. То есть рабу денег. Поэтому мусульманин, монотеист — это тот, кто поклоняется одному Аллаху и живет только ради Него. И поэтому, если какое-то деяние является поклонением, то совершать это деяние не ради Аллаха является грехом, является многобожьим. Поэтому нельзя совершать намаз кому-либо, кроме Аллаха. Нельзя кляться кем-либо или чем-либо, кроме Аллаха. Нельзя приносить в жертву животное ради кого-либо, помимо Аллаха. Все это должно быть посвящено одному Аллаху, Субханаху ва Тааля. Поэтому говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман халяфа бигайри Аллахи, факат ашрак». Тот, кто поклялся не Аллахом, тот совершил акт многобожия. К сожалению, многие клянутся не Аллахом. Нет, кляться нужно только одним Аллахом, Субханаху ва Тааля. И также нужно помнить и знать, что монотеизм, единобожие, это является религией всех пророков. Все пророки пришли для того, чтобы научить людей поклоняться одному Аллаху, чтобы вывести их из поклонения творениям и чтобы направить их и научить их поклоняться одному Аллаху. Говорит Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, в Коране: «Валякад ба'афна фи кулли уммати расулан, ани абуду Аллаха ва чтанибу тагут». Каждому народу мы послали посланников,
для того, чтобы они учили их и говорили, и призывали: поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь всего того, что отвлекает и отвращает вас от поклонения одному Аллаху. Идолы, те, кто призывает к заблуждению и так далее. Поэтому это является религией всех пророков. Все пророки без исключения призывали к тому, чтобы люди поклонялись одному Аллаху и оставили идолопоклонничество, оставили многобожие. Поэтому в другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Ва им мин умматин илля халя фиха назир», что каждый народ, какой бы народ ни был, в каждый народ у него был свой увещеватель, предостерегающий увещеватель. То есть Аллах послал ко всем народам, ко всем общинам пророков, которые их увещевали. Которые их увещевали. И поэтому с этой точки зрения религия всех пророков одна. Все пророки призывали к монотеизму, без исключения. Да, некоторые обряды поклонения могли отличаться у некоторых пророков. Поэтому говорит Всевышний Аллах в Коране: «Ликуллин джаальна минкум шир'ата ва минхаджа». То есть каждому из вас мы установили определенный закон, определенный путь. Обряды поклонения могут отличаться. У каждого пророка могут быть свои отдельные обряды поклонения. Однако суть религии всех пророков – это монотеизм. Суть религии всех пророков – это монотеизм. Поэтому наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Аль-амбия ихватун ли-аллат, динухум вахид ва уммахатухум шатта». Все пророки, они братья по отцу. Они все родные братья, но по отцу. Что это означает? Религия, продолжает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснять, религия их одна. То есть подобно тому, как отец у них один, у братьев по отцу отец один, также у всех пророков религия одна. У умугатум шатта, а матери у них разные. То есть их шариаты, их некоторые поклонения могут отличаться. И поэтому в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что пример всех пророков и мой пример – это пример здания, красивого здания. Каждый кирпичик этого здания – это один пророк, который выстраивал и заканчивал это здание. А я подобен последнему кирпичику этому зданию. И как будто люди проходят и видят это здание и говорят: когда же будет это последний кирпичик? Когда же завершится строение этого здания? И я являюсь этим последним кирпичиком, то есть завершением миссии всех пророков. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является последним пророком, который пришел и был послан Всевышним Аллахом ко всем людям, ко всему человечеству.